Сегодня проверку проходит антикафе. В кафе пусть и анти. Если к вам придет, например, 20 человек, они очень долго посидят, и он угощает всех, кто этого хочет. Что в антикафе продают печенье при отсутствии должной маркировки и упаковки. Аж за 2 месяца. Добрый день, я Дмитрий Гриц, и это юридический краш-тест. Самое честное шоу о бизнесе в российском Ютубе. Предприниматели анонимно рассказывают всю подноготную своего бизнеса, передают свои документы и договоры нам, мы их анализируем и объясняем, каковы их шансы выдержать столкновение с рынком или с проверяющими. Подписывайтесь на наш канал и следите за разборами реального бизнеса. Сегодня проверку проходит антикафе. Это такое место, где можно бесплатно попить кофе и поиграть, например, в приставку, но за время, пока ты пьешь кофе, ты должен заплатить. На экране вы видите характеристики этого проекта. Мы рассмотрим деятельность антикафе с точки зрения 5 аспектов. Что приносит доход? Это гости. На что компания тратит деньги? Это аренда, подрядчики, поставщики. Что внутри проекта? Это партнеры и сотрудники. Что рядом с этим проектом извне? Это конкуренты. И что говорит государство по поводу деятельности этого антикафе? Терпеть не могу юристов. Надменные выскочки и эгоисты. Ну и парень у меня был юристом. И мы вам очень рады. Во время краш-теста на экране будут 5 масок. Некоторые из них устоят, а некоторые разобьются. Это всего лишь имитация, она покажет, стабилен ли бизнес в том или ином случае, а потом у компании будет время все поправить. Еще совсем не поздно. Я думаю, мы пройдем краш-тест успешно. Мы уделяем большое внимание безопасности бизнеса с юридической точки зрения. Но уделяли, пока у меня был парень. Итак, первый аспект – правовая защита по взаимодействию с теми, от кого компания получает деньги. Здесь это посетители антикафе. Принцип работы антикафе – гости оплачивают время пребывания. Значит, должна быть отлажена фиксация входа и выхода посетителей. В этом антикафе система простая. Каждый гость получает электронную карточку, которую отмечает при входе, и еще раз для того, чтобы выйти и получить счет для оплаты. Время фиксируется автоматически, и у гостя нет вопросов к тому, каким образом посчитали это время. Да, и нет никакой путаницы. Сначала мы фиксировали время вручную, но потом поняли, что электронная версия намного удобнее. Все очень классно, но в вашей оферте я почему-то не вижу, что вы рассчитываете время пребывания в зависимости от данных по карте. Дело в том, что если к вам придет, например, 20 человек, они очень долго посидят и не захотят платить, то вы вообще ничего не взыщете, потому что не сможете доказать, что время у вас рассчитывается в зависимости от касания карты гостя. Второй аспект – это расходы. Это поставщики, подрядчики. Посмотрим, как у вас с ними все оформлено. У Time Cafe заключен долгосрочный договор аренды помещения на 5 лет. Однако в нем есть условия, позволяющие арендодателю расторгнуть этот договор в одностороннем порядке. И это без каких-либо штрафных санкций или возмещений арендатору. Правда, арендодатель должен предварительно уведомить арендатора аж за 2 месяца. Но это все равно очень большой риск, потому что площадь антикафе большая и ремонт там сделан. Даже камин установили. Ну вот главное теперь не злить арендодателя, чтобы он не выгнал. Именно такой неправильной парадигмой предприниматели и станут мыслить, когда заключают договор с таким условием. Об этом мы не подумали. Третий аспект – это партнеры и сотрудники, все, что внутри компании. У руля компании с самого начала стоят 2 партнера – парень и девушка. Спустя год после открытия к ним присоединился еще и инвестор, который стал 3-м соучредителем. Оформлено все в соответствии с законом и здравым смыслом. Партнеры, хоть и друзья, благоразумно сразу же проработали и подписали партнерское соглашение. А при входе в компанию инвестора составили еще и корпоративный договор. Урегулировали практически все – и функции каждого из учредителей в деятельности компании, и порядок действий с долями, и свое видение целей и миссии компании. Даже установили срок действия партнерства. Очень круто, 10 из 10. Молодцы.
Четвертый аспект – это конкуренты. Сейчас на рынке образовалось очень много тайм-кафе. Как правило, они не мешают жить друг другу, так как каждая пытается предложить своим гостям какие-то свои фишки и специальные условия. Чем больше кафе в одной сети, тем финансово стабильнее и устойчивее этот бизнес. А одиночные точки, к сожалению, выживают достаточно редко. Основная проблема этого антикафе в данном аспекте – это конкуренты с агрессивной рекламой. Они неоднократно ставили штендеры у входа в антикафе нашей маски, сообщающие о том, что на соседней улице находится другое тайм-кафе с более привлекательными условиями. Мы решили эту проблему довольно просто. 3 жалобы в УАТИ на незаконную рекламу, и у них больше не возникало желания мешать нам работать. Вполне логично, учитывая размеры штрафов за такую незаконную рекламу. И заключительный аспект – государство. В кафе, пусть и анти, приходит много контролирующих органов, начиная от пожарных и заканчивая Роспотребнадзором. Почти любое антикафе, помимо помещения для комфортного времяпрепровождения, предоставляет гостям бесплатные угощения – печенье, конфеты, чай и кофе. Последняя проверка Роспотребнадзора чуть было не закончилась приостановкой деятельности. Проверяющие утверждали, что в антикафе продают печенье при отсутствии должной маркировки и упаковки. А значит, нарушаются нормы СанПин. Собственнику кафе удалось доказать, что эти печеньки – это его личная собственность, он никуда их не продает, это не является частью услуги или договора, и он угощает всех, кто этого хочет. Да, все угощения абсолютно бесплатны для всех желающих. Мы разобрали антикафе. У них тут прям все достаточно хорошо. Есть какие-то мелкие огрехи, но это абсолютно решаемое. Юридический краш-тест антикафе выдержал с достоинством. Практически все сферы бизнеса компании защищены. Пишите в комментариях, какой бизнес, по-вашему, стоит разобрать. Самый интересный обязательно сделаем. Берегите честь с молоду, а бизнес от нападков.